В эти декабрьские дни на фабрике «Приморский кондитер» специалисты трудятся над фасовкой и упаковкой губернаторских сладких подарков, которые дети получат уже в канун Нового года. В новогодний подарок входит одна плитка шоколада с морской капустой 100 грамм, 4 вафельные конфеты, 4 пралиновые конфеты, 24 помадных, 2 конфеты желейных на агар-агаре и 8 карамелек. Сладкие подарки от губернатора – ежегодная традиция Приморского края. В этом году праздничные посылки доставят 187 тысячам маленьких адресатов. 7 декабря начнутся первые отгрузки. К 24 декабря, я думаю, мы уже закончим доставлять новогодние подарки, и Приморская детвора уже получит свой губернаторский подарок. Дизайн упаковки в этом году изменился. Специалисты добавили символы Нового года и Дальневосточного края, в частности Владивостока – маяк и мосты. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.